Еще один мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Прикарпатье. В селе Верхний Угринов местный житель у себя дома показывал другу ручную гранату F1. И в какой-то момент она взорвалась. Хозяин не пострадал, а вот гость погиб на месте. В полиции заявляют, мужчины перед взрывом распивали спиртное. Два местных жителя указанного населенного пункта прибывали по месту, прибывали в житловом будинку, під час чого распивали спиртные напои. Під час цього власник господарства дістав гранату і пролунав вибух. В результаті цього інший товариш, який був у нього в гостях, загинув. Знайшов. А де знайшов? В землі. Коли його знайшов?